Аузу биллахи минаш шайтана раджим. Бисмиллахи рахмана рахим. Уважаемый слушатель, рады приветствовать тебя на нашем канале. Такой вопрос. Какую дату писать на могильном камне? Для того, чтобы могила не была утеряна, на них разрешается устанавливать могильные камни, то есть надгробия, с указанием фамилии, имени, отчества умершего, а также дату смерти. Исламские ученые настоятельно запрещают писать различные коранические аяты на надгробном камне. Почему? Потому что в случае, если этот камень упадет на землю, то есть опрокинется, он может расколоться, и тем самым будет принижено достоинство священного Корана. Поэтому ученые запрещают писать на надгробном камне различные аяты. И обычно пишут «Бисмилляхи рахмани рахим» наверху, или же «Аятуль Курси». Что же касается даты, какую все-таки дату писать на надгробном камне, то согласно традиции, обычно на надгробном камне пишут дату смерти, а не дату похорон. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.